В данном видеоролике покажу, как занизить дверные проемы под дверную коробку. Очень часто в квартирах бывает, что дверные проемы выше, чем когда двери будут устанавливаться, дверная коробка она ниже. Она получается у нас по размеру где-то идет 2 метра сама дверная коробка, а сам размер должен быть под нее где-то 2,07. Ну вот в данном случае у меня где-то 2,20, 2,10 высота. Да, и кстати сразу расскажу, что очень часто многие берут там профиля какие-то выставляют. Это все дорого. Намного проще и легче такой вариант. Допетлю сам до него. Показываю вам. Прежде чем заряжать, нужно выровнять стены. Ну, желательно, по крайней мере. Потому что от них потом надо еще при вот этом варианте, когда занижаешь, нужно, чтобы выровнено было. Так, сейчас у меня стенка выровнена, все по уровню, здесь по уровню заштукатурено. Что делаем? Вот, по ровному прикладываю уровень и очерчиваю будущую ширину нашу. Дверного проема. Так, вот у нас ширина его. С этой стороны получается. Так, ну здесь уже ширина известна. Теперь опора отмечает 2,07. Нет, вот еще опора не 2,07 получается, а где-то 2,10, 2,09. Потому что у вас еще будет еще на полу там или ламинат, или кафель. Ну или еще из расчета вообще, что будет на полу, возможно пол еще будет подливаться, тогда ну, учитывайте это расстояние. У меня пол почти ровный будет линолеум, поэтому я отмечаю 2,09. Так вот отметил 2,09. И то же самое вот здесь. Теперь беру уровнем, по уровню отмечаю, ну, и то же самое здесь. Так, отметил, теперь на всякий случай себя еще корректирую одним уровнем, то есть вот укладываю сюда. И на эту чуть смотрю, чтобы здесь тоже был уровень. Так, у меня все ровно. Ну и теперь беру обычные саморезы. У меня пенобетон вкручивается просто саморезом. У кого стены из бетона, то прибиваем вдоль гвозди. Вот на углу. Выкручиваем. И с этой стороны то же самое. У кого стены бетонные, то прибивают сюда дебеля. Дебель гвоздь. Все, теперь беру высококтон. Отрезаю по вот этим размерам. То есть у меня размер получается ширина 13,5 сантиметра на длину вообще 91, ну где-то 90,5 сантиметра. Отрезаю кусочки высококтона, я уже отрезал, и все, и прикладываю сейчас сюда, здесь выставляю. По крайней мере с одной стороны, чтобы было ровно. Если там что-то не там маленькое, не ровно гипсокартон отрезали, то потом, когда уже подровняется, можно будет его просто срезать лишнее. Так, здесь ровно. Все.
Так, посмотрите, его нет. Да, заново это жирно все. И все, теперь просто беру пену. И выпениваю. Сейчас край прихватываю. Сильно пенить не надо, потому что у вас можно просто распилить. Так, прихватим. Ну а здесь сейчас просто что-нибудь напихаю, чтобы лишнюю пену убрать. Когда выпениваем, желательно так выпенили, пусть пена маленько подсохнет, и потом вот это дальше закрыть. Ну, как с другой стороны. Ну все, сейчас пена высохнет. Пеним. Пена срезается и... Дальше просто отштукатуривается уже.